Привет всем. Хотел как бы, ну, не выкладывать это видео, но выпросили, короче, у меня, типа, как тебе везет, Серега, чё, как дела на рулетке. В общем, скрутил я, ну, половину торнов из того, что у меня есть. И, ну, по призам, короче, можно посмотреть в конце. Торны я сейчас быстро перекину, но тут главная идея, что вот смотрите, 4000 звезд, здесь 189 рубинов. То есть сколько перешло на прокрутку, соответственно. И сейчас увидите еще все остальные расходы. Ну, в общем, сколько упало, посмотрите. Ну, а по самой идее, ну, так скажем, пишите в комментах. То есть, ну, мне не сильно везет, если честно, так-то. Я хотел побольше. Конечно, расходов. Даже мемы на эту тему сделал. Ладно, смотрим. Ну вот, короче, все скрутил, получил кучу випов, 23 здесь, ой, завтра все посливаю, вообще просто в ноль солью, конечно, это все. Плюс давайте на мехи, получилось у меня, короче, ну слабовато, 12 волн получилось, 14 здесь, ну 19 зато выпало аптечечек. Ну плохо вы видели, если там более-менее смотрели, ну или я так скажу даже. В общем, по перекрутам там ничего не падает, выпал Фрэнки. Фрэнки, в общем, выпал у меня адекватненький. Все, он 20-й у меня теперь. Ну, слава богу, все, и, ну, выкачан уже. Все, харе-балю. Фрэнки топовый. Наконец-то мне с ним повезло. Теперь можно главный приз поменять и попытаться качать, соответственно, энергетический преобразователь. Но у меня так 7-го уровня. Ну, то есть, если вот так сделать. Сейчас вот здесь вот виднее будет. Так, 7-го уровня у меня. Ну, более-менее. Ну, призы появятся только на следующем году, на смену, так что можно копить. Энергетический образователь, если честно, мне даже не охота, он плюс 7 меня очень устраивает, то есть мне больше даже и не надо. Поэтому желательно бы, конечно, приз сменить и попытаться что-то новое. Ну, всем спасибо, кто смотрел, но не копите. Не копите, сразу говорю, торны, они не имеют того смысла, который нужен. Их надо именно, получается, сливать, когда у вас есть определенные задания, допустим, на звезды.
А, да, кстати. И звезд у меня 8 тысяч, то есть 4 тысячи звезд там выпало. Ну, повезло в некоторых местах. Но в основном не повезло. Ладно, всем спасибо, всем счастливо.